Получила звание Герой Советского Союза. После войны она тоже жила в городе Мытищи. Принимала участие в парадах на Красной площади. И не один раз приходила к нам в школу и рассказывала о своих геройских поступках. И вот сейчас мы пришли для того, чтобы почтить память минутой молчания. Как всегда делают, не только в первом классе. Мы будем каждый год ходить. И возложить цветы к памяти. Итак, объясняю. Сейчас мы почтим память минутой молчания. В это время всегда все стоят молча. Так, замолчали. Молчим. Кладешь свой цветочек. Вот, я положу цветочки свои. Так. Итак, по очереди друг за другом. Пойдем. Пойдемте дальше, дальше. Кто у нас следующий? Максим. Пойдем за Максимом. Вот. Так, по одному, кто за кем стоит. Все, и вот туда стоим. Вон туда, где наши ребята. Владимир, Владимир, цветочки тебе. Вон туда, где наши ребята. Так, и вот туда к нашим ребятам. И туда проходим, туда к нашим ребятам. Пойдем. Все, и к нашим ребятам вот туда проходим. Саша, вот сюда можно положить. Вот мы кладите сюда и проходим к нашим ребятам. Так, и к нашим ребятам мы кладем, и к нашим ребятам. Алиса, пойдем. Что хочешь? Ну, они оттуда падают. Пойдем.